Այսօր մրցույթային հանձնաժողովը անցկացրեց հերթական տենդերը։ Այս անգամ մրցույթի ներդրված քաղաքի ասֆալտապատման նախագիծը։ Մրցույթին մասնակցեցին 5 կազմակերպություններ։ Я прошёл, это сейчас будем требовать новую смету. Посмотрим, что он будет писать. Возможно, он получит дисквалификацию, если он такой ошибки тоже будет. Не соответствует, получит дисквалификацию. Если не соответствует, у нас проблемы, если не соответствует. Нас тут в других тендерах. Я вас предлагаю, как представитель тендерной комиссии, такой вариант. Давайте тендерное предложение напишем официальный пункт, это будет наши требования, что во время составления смету претендент должен ставить такую сумму, которая соответствует рыночным ценам нашим. Данный момент рыночный. Стоимость материала. Стоимость материала должна соответствовать рыночную цену. А это требуется. Вот это когда будем требовать, уже будем иметь права, если вот смету посмотрим, что не соответствует. Чтобы соответствовать. Грузинской бирже эти цены есть. Если он устанавливает меньше этих цен, уже тем более, если больше 10%, вот почему я говорю 10%, потому что это рыночные цены. Меньше этого нет, тебе никто не даст. Вот сегодня было на проектирование тендер. Проект вот это асфальтирование этих улицах там. Там тоже 5 претендентов были. Вот, как вы видите, выиграл ЛМС. У нас было поставлено 30 тысяч. Он предлагает эту работу выполнить за 7998 лари. Да. То же самое, как закон позволяет, будем дальше действовать. В течение 10 дней, это по закону дается ему, чтобы представить документацию, и мы составим договор. Բացի այդ, անցած օրը եւս անցկացվել է տենդեր քաղաքի գիշերային լուսավորման համար։ Չերա ու նաս պիլա տենդեր Գարեգանա Թեբա, там два претендента были, выиграл. Без них один выиграл. Выиграл, как меньше цена, кто поставил, вот мы его сегодня отправляем письмо, да, и в течение 10 дней он должен представить новую смету и гарантию. Гарантия, я еще раз повторяю, на каждом интервью, что гарантия 10% требуем тех претендентов, которые меньше 20% уступают цену. Если меньше 20%, больше 20% уступает цену, мы требуем от них 10% гарантия. Значит, они изложат банковскую гарантию, чтобы они нормально будут выполнять вот эту работу. Завтра тоже насчет проекта тендер. Вот это в Ходжабеге, что улица, как это, Агмашине Бели, как да, вот его Кетильмоцкоба. У нас каждый день будет тендер. 8 проектов мы отправляли уже, смотря там, ну, это уже не важно для вас. Вот. Все идет по графику, по стандарту, по нормах, по закону, как закон требуется, как закон позволяет. Спасибо. Сначала вот это проектирование закончим, чтобы нормальные проекты были, потом уже где-то приблизительно через месяц начинается строительные тендеры объявлять. Вот. Так что вовремя все строительство в этом году закончится. Это я вас гарантирую, все будет хорошо. Ինչպես նշեց տենդերային հանձնաժողովի նախագահան, շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված տենդերները պլանավորվում է անցկացնել նախագծային մրցույթներից հետո։